Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я силенку, и крепко же, братцы, в селении одном любил я в те поры девчонку. Сначала не чуял я в девке беду, потом задурил не на шутку. Куда не поеду, куда не пойду, все к ней заверну на минутку. Покоя-то нет, а сердце болит все сильнее. Однажды начальник дает мне пакет, свези, мол, на почту живее. Я принял пакет и скорей на коня, и по полю вихрем помчался, а сердце щемит, да щемит у меня, как будто с ней век не видался. И что за причина, понять не могу, и ветер так воет тоскливо, и вдруг словно замер мой конь на бегу, и в сторону смотрит пугливо. Забилось сердце сильней у меня, и глянул вперед я в тревоге. Потом соскочил с удалого коня, и вижу я труп на дороге. А снег уж совсем ту находку занес, метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб-то и к месту прирос. Мороз заходил под под снегом-то, братцы, лежала она, закрыв.